Тамбовская земля. Колхоз «Большевик» Сосновского района. Крепкое хозяйство. А было так. От граждан Леволамской волости села Правых Ламок. Так начали крестьяне письмо к Ленину. Письмо поздравления с днем рождения ушло отсюда 20 апреля 1922 года. Писали не очень грамотно. И с первыми тракторами, прибывшими в деревню, управлялись не так умело, как их внуки с современными кировцами. Но ленинскую правду поняли, приняли и суть своего отношения к новой жизни выразили точно. Мы, хотя и беспартийные, но сердца и дух наши коммунистические. Нет сейчас глухой деревушки. Живут и трудятся здесь потомки тех, кто писали Ленину. Мы желаем вам быть здравым навсегда и быть передовым вождем русского рабочего крестьянства. Давно это было, а след от того события остался. В музейных фотографиях, пожелтевших листках письма, в памяти людей, живущих ныне на этой земле.